Именно наши врачи работают на передовой в борьбе с коронавирусом. Без выходных, сутками, буквально на износ. И каждый день рискуют своим здоровьем и жизнью ради спасения других. Сегодня мы хотим выразить особую благодарность сотрудникам скорой помощи. Да и повод приятный, и их профессиональный праздник. На Муромской станции скорой медицинской помощи сегодня трудятся более 170 человек. Врачи, фельдшеры, медсестры, водители. Для них в этот знаменательный день приятная возможность немного отвлечься от тяжелых будней и принять поздравления. Я хочу в этот солнечный день пожелать, несмотря на всю тяжесть ситуации, несмотря на то, что мы сейчас боремся с этой непонятной инфекцией новой, которая поразило как бы не то, что даже наш город и страну, а весь земной шар, что мы и с этим справимся. Здоровья вам, дорогие сотрудники, успехов в работе, счастья в личной жизни, чтобы у вас, в ваших семьях все было хорошо. Будьте здоровы и всего самого хорошего. Необычные подарки, рисунки, в которых дети поддерживают и благодарят врачей за их нелегкий труд, получили медики станции скорой медицинской помощи. Несмотря на такую сложную ситуацию в стране, дети из детского реабилитационного центра передают вам рисунки, ну и символичные по борьбе с коронавирусом. Они как ангелы-хранители приходят на помощь людям. Сегодня врачи – герои нашего времени. И в этот сложный период пандемии они особенно заслуживают нашей благодарности. От нас же многого не требуется. Просто соблюдать режим самоизоляции. Так что оставайтесь дома. Вадим Уколов, Александр Симонов. Наши новости.